Гарантирует на сегодняшний день? Еще раз ответь. Я просил, я сказал, пожалуйста, присаживайтесь в автобус. Без всякого нарушения. Если вы не нарушаете никаких, соответственно, российских государств установленных правил, спокойно едете, никто ничем вас не противоречит. Отлично. У нас проблема, мне кажется, пожалуйста, не толкайте меня. У нас проблема. Два автобуса, которые задержаны, и один из них находится в отделе милиции Фрунзенского района. К сожалению, я начальник полиции Московского района. Я понимаю, я не знаю, но в Фрунзенском районе. А что в стране творится? Все те люди, которые сейчас здесь находятся, пожалуйста, присядьте в автобус. Если, к сожалению, на сегодняшний момент, сейчас будет такая ситуация, в группе металлургии, на уже 50%, мы вынуждены, соответственно, взять меры задержания. Хорошо, но я просто... Так, вы понимаете, что вы знаете, что Фейсбук не является у нас политической агитацией? Я вас очень прошу, у вас сейчас здесь, поймите, пожалуйста, можете здесь все что угодно, да, обсудить на своем консенсусе все что угодно. Но, поймите, пожалуйста, правильно, трактуйте правильно все 4-й закон, и все будет следовать. Рассказывать нужно у вас задержать. Я понял. Понимаете, да? Пожалуйста, видимая просьба, не нужно видеокамеру устраивать непонятно что. Приезжайте к счастью. Публичность, да, пожалуйста. Ну, правда. Я уже сказал, Шаунин Евгений Валерьевич, начальник полиции УВД Московского района. Евгений Валерьевич, а можно вас спросить? Ну, я думаю, что давай подумаем уже. Я буду приезжать в Москву. К сожалению, ваш организатор. Пожалуйста. Евгений Валерьевич, так все-таки третий автобус там, как сядет? Я не организатор вас. Но проблема, значит, вот родители подробности района. Требуют снять футболки, убрать шарики и прочее, иначе начнут задерживать. Не надо нарушать ничего. Да, наша митинг тут. Во-вторых, мы сейчас вступаем в полемику, не нужно, пожалуйста. Я вам предложил сесть в автобус и присесть. Спокойно. Дальнейшее все будет. Давайте, вы не будете кричать, представлять вам ничего не будет. А стоять на улице можно? Вы разрешаете стоять на улице? Уважаемая женщина, я предупреждаю представителей власти, если еще раз такие высказывания указываются, мы вас задержим. Ясно? Дайте нам возможность сесть в автобус. Все, пожалуйста, разойдитесь, пожалуйста. Не надо здесь стоять задать мне вопрос. В автобусах? Не надо мне здесь стоять задать вопрос. Так, мы, что значит разойдитесь? Мы что? Вот сейчас здесь, вам. Я все объясню. Вы успокойте людей, пожалуйста. Мы в мегафон поговорим, как это не будет. Да, что значит разойдитесь? Где находимся? Мы митинг проводим, мы показали полиции, кто как сейчас секунду, ребят, сейчас секунду, не только манера. Я взял. Ладно, пошли. Не видя доказательств, нет. Моя фамилия не правильная. Моя ситуация, которая сложилась сейчас. У нас есть два автобуса, да, которые могут ехать в Москву, и с которым все в порядке. Но нас здесь по спискам должно быть 150, по ощущениям нас здесь меньше. Чтобы не устраивать бардак, что мы сделаем сейчас? У нас три девушки, Мария, Катерина и кто-то еще, и Наташа, да? Не торопясь по спискам, отметьтесь, кто здесь есть, и такие варианты, предположим, да? Можете поехать только на автобусе.
ставите плюс, да? Если, предположим, да, вот есть варианты билетов на поезде, да, мы можем вернуть деньги, даже помочь деньгами еще, да, выдать деньги на автобусы, чтобы мы понимали, на поезда. Предположим, у вас есть друзья с машинами, или вы знаете какие-то машины, поставьте галочку, чтобы мы понимали, сколько из 150 человек у нас зависает, да? Мы 100 человек, 98 можно отправить, предположим, остается 25 человек. Мы там собираем, скидываем, то есть есть бюджет, а запасом есть, да? Есть люди, которые должны деньги за автобусы. Выдаем деньги на поезда и, предположим, кого собираем в машину, чтобы мы понимали, сколько людей есть. Пожалуйста, не торопясь, вот через трех человек пройдите как каждый и пометьте галочками. То есть первый вопрос, вот еще раз. Автобус только ли, да? Только автобус, да? Можете ли поехать на поезде, если будут деньги, да? И третий вопрос, есть ли автобус? Самое интересное, если есть у вас друзья с машинами, которые едут, да? Я знаю, что такие ездят, да? Давайте посчитаем, да, поймем, это самый простой путь будет сейчас. Хорошо? Ну, давай. Наташа, Катя, Маша, да? Чех. Здесь три автобуса и три списка. Если вас нет в этих списках, Вот такая ситуация в Петербурге. Здесь, здесь, что вы хотите? Так она здесь. Так она здесь.